И снова здравствуйте, всем привет. Итак, значит, такой вопрос. А как же быть с анимацией, значит, персонажа, который открывает зонт, ложит его на плечо и под дождем пошел, да? Давайте попробуем зонтику сделать рик. Не знаю, как получится, говорю. Ну, по прошлым роликам. Так, это N-панель. Скринкаскей сразу включаем. Так, есть у нас зонтик. И попробуем сейчас Edit Mode. L английское, значит P. P Selection. Рассмотреть. Давайте попробуем устройство. Значит, вот такое все тут интересное. Если делать полный, значит, рик, то нужно здесь на вот эти стойки ставить косточки, которые будут работать на растяжение. Здесь будет уйма костей, если полностью повторять, значит, движение вот этой вот центральной части и вот этих вот полос. Давайте разберемся, значит, сначала вот с этой штукой, которая должна сгибаться. Давайте без верхней части все это дело сделаем. Так, и тут мне кажется, или кажется, а ну-ка, давайте добавим Add Mesh, добавим Circle, сделаем ей S. Так, где он тут? А, во, он слишком большой, да? Сделаем S, уменьшим и посмотрим вообще зонтик, насколько он правильный, да? Ага, видим, да? Вот мы видим, что вот эти вот стойки. Не, ну в принципе, что? Не. В принципе, да, это дело ровное. А ну-ка, еще раз S. Выберем центральную часть. И так, так, так. А, нет, видите, да? Значит, выбираем это все G. А, пардоньте, Ctrl-Z, Alt-H. Теперь выбираем, значит, вот это дело и вот это. Семерка на нампаде. Так, ну зонтик, видите, зонтик попал. Зонтик, в принципе, попал. А ну-ка. Так, по шпильку его, если выровняем, вот она, шпилька. Так, смотрим. Вот теперь нормально. Убираем H, значит, видимость вот этой штуки верхней части. Так, вот теперь да. Значит, зонтик у нас ровный. По центру мы его выставили. Английская А. Set Origin к 3D курсору привязываем. Все, точка попала. Теперь единица на нампаде. Делаем Shift-A. Делаем арматура Single Bone. Добавляем теперь, значит, видимость во viewport in front. Так. Желательно, ну ладно, будем делать поменьше. Теперь заходим в Edit Mode. И вот это все дело аккуратненько уменьшаем до самого низа. Это будет у нас, значит, первая кость. То бишь, как бы root кость, да? Так. Теперь что я хотел бы сделать, да? Хочу я вот так выбрать этот зонтик, Alt-H, вот эту штуку. И теперь мне нужно семерка на нампаде, этот зонт повернуть именно на ребро. А ну-ка, Ctrl-Z, не есть good. Выбираем весь зонтик, семерка на нампаде и крутим вот на эту хребтину, чтобы она у нас по хребтам нормально попала. Так, опять же, Set Origin на всякий случай 3D курсор. Он перекрутился. Так, в центре кости стоит. А ну-ка, если косточку H скрыть,
то понимаем, что наш зонтик уже прям-таки сдвинулся, хотя при перекрутке это дело не есть тоже хорошо, потом будет геморно. Так, это из-за того, что у него ножка есть искривленная. Так, а ну-ка, Set Origin 3D курсору. Shift S to Mass. А ну-ка. Так, 3D курсору. О, а нет. А ну-ка, если делать таким вот образом, то в принципе и да. Так, ладно. С этим делом пока разобрались. H отключим. Alt H. Возвращаем кость. H. Закрываем наш кумпол. Выбираем нашу косточку. Заходим в Edit Mode. И теперь мне нужно вот от этой кости Е вытащить косточку. Угу. Сделаем ее поменьше. Так, добавим теперь в Object Mode Add Mesh Circle. Сделаем S. И поставим его, этот циркл, где-то вот по нашу косточку. Ну, чтобы по кругу ровно идти, да? Теперь выбираем нашу кость, заходим опять же в Edit Mode и погнали. Е. Е. И так далее. Экстрадируем косточки. Для чего я так делаю? Для того, чтобы у меня кости нормально без перекрута вылезли, значит, по всем осям. По всем вот этим деталькам. Так. Ровно, кругленько, да? Так, теперь можно циркл удалить. Delete. И смотрите, что у нас получается. Вот эту косточку Alt-P. Clear Parent мы отсоединяем от всех. Вот эту Alt-P Clear Parent тоже отсоединяем. Ну, в принципе, должно быть нормально. Так, теперь английская А. Так, пардоньте, не А. Тут уже А не прокатит. Так, семерка на нампаде. Будем выбирать вот эти все косточки отдельно. Так, теперь делаем И. Так, Ctrl-Z. Так, так, так. Через Shift выбираем две косточки. Получается И, С. Блин. Е. С. И во все стороны пошли, видите, ровные, значит, кости, ровные лучи. Так, теперь они должны дойти до хребта. Мы должны теперь выбрать все вот эти кости верхние, а вот эту нижнюю полностью отключить. И поднять наши вот эти штуки до самого верха. Семерка на нампаде. Здесь мы можем сделать какую штуку. Нам здесь нужно, значит, поменьше. Делаем S в самый центр. Теперь, значит, вот эти штуки S вытягиваем до наших хребтин.
Ну, как-то так-то, да? Теперь единица на МПАДе. Мы это все дело опустим. Посмотрим, насколько мы попали на эти хребтины. Семерка на МПАДе. Делаем еще S. Единица на МПАДе. Ну, в принципе, как бы должны попасть, да? Так, теперь нам понадобится еще что? Даже, наверное, давайте делаем их до конца. S. Теперь опускаем их до наших вот этих точек. Делаем S еще раз, ну, поточнее, чтобы на вот эти пимпы попали. Теперь выбираем вот эти кости все. Так, вот эти косточки теперь. Так, Ctrl-Z. Так, вот эти кости. Почему-то вот эти косточки тут, значит, а ну-ка, ага. Понятно, да? Так. А ну-ка, если так просто кости выбрать. Так, а вот с этой что косточка? А ну-ка, G. Проверяем. Одна кость. Все нормально. Все, теперь так Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, семерка на нампаде. О, и эти все выбрались. Так. Что же сделать? Вот они выбираются, да? Ладно, сейчас попробуем другим путем. Не есть гуд. Так, вот эту кость тогда delete bone. Теперь делаем Ctrl-I. Инвертацию нижнюю отключаем через Shift левой кнопкой мыши. Ни один фиг они выбираются. Да что ж такое? Значит, надо их удалить, но я их не могу удалить, мне их нужно поделить. Так. Ладно, не вопрос, да? Делаем вот такой финт. Значит, G поднимаем, делаем назад S. Находим наши хребтины. Семерка на нампаде, делаем Е, делаем С, еще лучи выводим вперед, единицы на нампаде, их опускаем тогда вниз. Ну, как-то так-то. Ну, тут видите, да? У нас получается, что купол изогнутый. Вот такой вот у нас, да? И если все это дело, значит, таким образом будет работать, то нужно будет вот эти косточки еще, наверное, подгадывать. Так, теперь выберем вот эти кости. Сейчас первый вариант попробуем, значит, вот эти верхушки повыбираем. Если что, потом, значит, подкорректируем нашу модельку. О.
Одна кость. Что-то она тут. Эта косточка что-то конючит, да? А ну-ка, если она будет первая, может быть, она изначальная, да? Нет. Теперь тут такой финт. А? Точно нажимаем, значит, на наши вот эти головки. Головы. Во. Так, есть такое дело. И значит, что сделать? Семерка на нампаде делаем. Е. С. Вытаскиваем косточки. Так, да. Задираем их можно кверху, наверное. Теперь мы их все выделяем. Опа, одна кость не вылезла. Так, вот это тоже не есть хорошо. Вот теперь, значит, семерка на нампаде. Опять же, Е делаем С. Тройка на нампаде, делаем G. Можно сделать S. Еще раз G. Так, теперь вот эти все теперь мы выделяем. Кости. Делаем Alt-P, Clear Parent, отсоединяем и все эти кости привяжем. Ну, давайте вот к этой кости Ctrl-P, Keep Offset. Так, вот эту косточку теперь делаем S, уменьшаем, поднимаем. Так, повыше, да? Ну, чтобы она тоже не привязалась потом. Ну да, где-то возле них она и должна быть. Так, теперь вот эти кости нам, в принципе, уже не нужны. Делаем Delete Bone. Так, красиво, да? Так, Bone Delete. Теперь нам нужно вот эту еще тоже сделать Shift D. Это будет у нас как бы root кость. И получается все вот эти кости, вот эти, нужно попробовать привязать к ней. Ну вот вопрос, сейчас их вязать или потом, когда мы их настроим, вот эти кости, да? Так, ну давайте попробуем сначала все это дело настроить. Object Mode. Выберем только наши кости. Зайдем в Pose Mode. Выберем одну кость. Через Shift вот эту большую. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. И назначим их. Так, назначаем Ctrl-Shift-C Inverse Kinematic все косточки.
Так, сейчас я это дело все сохраню. Так, сохранились. Теперь что получается? Всем вот этим костям настройку нужно поставить влияние на две кости. Так, и смотрим. Вот эта кость у нас будет управляшкой вот этими всеми частями. Так. Оп. Все. Видим, что все, шикардос. Все это дело нормально, значит, у нас закрылось, да? Вот такой будет просто... Ну, это он будет поменьше, наверное, это кости большие. Или такой и будет. Если такой и будет, то тогда... Тогда желательно что? Ну, там можно уже, значит, шипкеями подгадать, или, значит, ну да, шипкеями, или в Edit Mod можно там уже скайл какой-то давать. Ну, давайте посмотрим. Ну, видите, закрывается шикардос. Так, Ctrl-Z. Так, значит, теперь что у нас получается? Вот эту кость, это мы заходим в Edit Mode, это будет у нас управляшка S. Она будет побольше. И значит, вот эта кость будет привязана к ней. Ctrl-P и Offset. Но теперь вопрос. Каким костям, если вот эти все кости тоже должны быть какой-то косточке привязаны? Давайте попробуем тоже к рукоятке их, значит, засандалить. Надеюсь, ничего не потянет. А ну-ка. И вот к этой рукоятке Ctrl-P, Keep Offset. Если сейчас мы зайдем по смот и попробуем, значит, вот это все дело закрыть. Вот. Видите, начинает у нас все это дело конючить. Это не есть гуд. Это не есть хорошо. Получается тогда что? А получается тогда... Вот от этой косточки, так, единица на нампаде, так, тройка на нампаде. Если от, вот эту косточку мы, значит, продублируем, делаем Shift-D, щелчок, поставим ее прям-таки в центр, да, и сделаем Alt-P, Clear Parent от всего, а теперь выберем наши вот эти... Штукенки, эти косточки. И привяжем, значит, к ней Ctrl-P, Keep Offset. А вот эту кость привяжем тогда к нашей центральной Ctrl-P, Keep Offset. Потому что к ней привязана и вот эта, которая будет тянуть это все дело. Так, заходим в Post Mode. И пробуем, выбираем косточку нашу. Опа-на! Получается, эта кость теперь перекручивается, да?
Ctrl-Z. Ctrl-Z. Тогда эту косточку, вот эту, нужно выровнять прямо вот с этой частью их, да? Вот чтобы низ держала вверх. Заходим в постмод. Сейчас мы найдем, подождите, вот это вот, поймаем вот этот край кайфа. Все, вот она, косточка тут. Она держит этот верх. Но надо сделать так, чтобы она, вот эта кость, по-моему, не крутилась ни по каким осям. Да, ну это мы сейчас подгадаем. И получается, тогда вот эту штуку, если мы берем, все, мы сможем переносить весь наш риг. Вот что-то он подтупляет. Так, что-то он тяжеловато все это дело вводит. Вот что мне интересно. Значит так, если... А ну-ка, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Если вот эту косточку мы поднимем еще повыше. Теперь M-панель. Зайдем в Object Mode. А, нет, зайдем в Post Mode. И вот этой косточки. Так, ротация. Ага. Ротации по X, по Y, по Z полностью запретим. Локация по Y. А ну-ка, G. Во, уже получше, уже меньше подтупляет. Но теперь нужно проверить нашу вот эту косточку-закрывашку. Да, чуть-чуть вот здесь вот будет как бы подтормаживать. Потому что они, видно, сближаются и что-то этакое происходит. Но меньше костей я поставить просто не могу. Если я даже по одному ряду уберу. Ну, сейчас давайте эксперимент тоже проведем. Сначала все привяжем, я это сохраню, а потом мы это дело подкорректируем, да? Так, единица, тройка. Так, тогда заходим в Edit Mode. Вот это все дело почему-то подпрыгнула кость. А ну-ка, Post Mode. А, видно. А, Alt-G, Alt-R, Alt-S. Так, теперь заходим в Post Mode. Отделим. Видите, у нас вот эта косточка, вот она, вот эта косточка, она будет опускаться вниз. Если сейчас мы все привяжем, то она будет тянуть вот этот шток. Это не есть хорошо, но убрать в другое место я ее не могу. Вверх не могу, она должна находиться снизу. Тогда мы вот этот шток, давайте зайдем в Edit Mode. L, английская, вот эту дугу тоже отсоединим. И видите, по-хорошему я еще тут должен был вставить кости, чтобы вот это вот, ну, в реале вот эта штука ходила, а вот эти на растяжение работали вот эти вот палки. Ну, это будет очень много всего, и я думаю, что для анимации, там, допустим, открывание зонта, слишком такая штука не нужна. Это если фильм какой-то, там все должно быть реально. Как он, допустим, показывает, он нам раз отодвигает все это. Мы это сделаем другим путем. Значит, вот эта штука, это будет P Selection. Отдельная палка. Так, теперь, что еще можно сделать? Вот эту, так, вот эти вот наши палки. О, во как мы сейчас сделаем. Палки мы вяжем, значит, к ригу. Ctrl-P.
Это будет White Automatic Widget. Ага. Заматюкался. Значит, заходим теперь в Edit Mode. Находим английское A. Значит, правая кнопка мыши. Где она тут? Clear Sharp. Clear Sharp снимаем. Так, теперь заходим в Mesh, находим Clear, находим Merge by Distance. 153 вертекса нашел. Еще раз. Заходим туда-то. Merge by Distance 0. Object Mode. А ну-ка, выбираем Ctrl-P. White Automatic Widget. Опять же матюкается. Так, смотрим, что у нас здесь за сетка. Угу. Сетки вообще, считай, нет. А ее, значит, нужно добавить, да? Ну, давайте зайдем в Edit Mode и сделаем Subdivide. Чуть-чуть добавим, а ну-ка. А то, может, веса просто назначиться не могут. Без разницы, да? Ладно. Что сделаем? А ну-ка, если... Так, заходим... Выбираем только вот эту штуку. Ну, кости недалеко, в принципе, от этой штукенции, да? Ну, давайте еще раз попробуем подразделим. 84 тысячи. Блин, ну это уже многовато. Ну ничего, мы сейчас это делаем. Ладно, вот мы приподняли подразделение, да? А теперь мы их опустим, значит, децимейтом. Чуть-чуть подкорректируем. На сколько нам надо? Пускай 29 тысяч пока побудет. Исправили сетку и попробуем еще раз привязать через Shift, Ctrl-P, White Automatic Widget. Все равно матюкается. Не хотят вот эти вот вязаться. А ну-ка, тогда мы еще раз добавим Decimate. Apply. Попробуем еще раз все это Ctrl-P, White Automatic Widget. Не хочет, да? Зайдем теперь, значит, в Edit Mode. И еще раз попробуем. Merge Clear Up. Merge by Distance. 482 нашел. А ну-ка еще раз. Clear Merge by Distance. Все, по нулям. Ну, должен же уже привязаться, правильно? Ctrl-P, White Automatic Widget, матюкается. Ну-ка, Alt-H. Добавим вот эту вот штуку, вот эту вот верхнюю. Я хотел по-другому привязать, чтобы она мягко работала, как одежду вот привязываем, да? Но вот почему она не хочет вот эту вот штуку, значит, привязывать? А ну-ка. Это значит кости пока H. Так. А ну-ка, а мы сейчас солидив... Ух, ё! Ноль точка ноль пять. Error. А ну-ка, сколько тут можно? 0,1. 0. А, тогда еще добавим 0. А ну-ка, apply. Тогда Alt-H, возвращаем кости. Выбираем нашу эту... Так, не эту. Вот эти палки... Кости, Ctrl-P, White Automatic, не хочет, едить то. Видно,
что-то не так, да, там мало или полигонов, но больше ставить их, ну, 17 тысяч уже зонтик, да. Ладно, а если мы объединим вот эту штуку с этой, ну, вот, вот эти вот наши палки объединим с нашей вот этой накидкой, Ctrl-P, допустим, Ctrl-J объединим. И теперь вот эту накидку, теперь есть к чему вязаться, да, Ctrl-P, White Automatic Wizard. Блин, и это матюкается. Edit Mode. Так, я сейчас, наверное, там же я ничего не делал, ну давайте тут определимся, значит, да, значит, L. Merge by distance. 24 вертикса. Face. Edge. Clear sharp. А если limit the soul собачить? А ну-ка. Да, внешний вид стал хуже. А если привязать это все дело, Ctrl-P, White Automatic Widget, все равно бум, ту-ту-ту-ту-ту, да? Так. Почему так? Вопрос на засыпку, значит. Subdivide. Что-то мешает. Не пойму, что. Вот это отсоединено. Мешать не может. Значит. Ctrl-P. Хорошо все сделано. Ну, почему-то, значит, все это дело конючит. А мы сейчас трисами добавим. Кто там говорил, что DCMate говно, да? И теперь, значит, пробуем еще раз. Ctrl-P, White Automatic Widget. И все равно она конючит. Это вот... Не есть хорошо. Так, а если вот этой теперь штуки сделать меши, значит, опять же, это merge by distance, два вертекса. Так, а ну-ка еще Merge by distance. Так, еще что можно тут нажать? Decimate geometry. Ctrl-P. Ну, тогда я не в курсе. Я сейчас все вот это дело, вот это все прикольное дело, заброшу, значит, так, куда я это все заброшу? Заброшу в ZBrush. Переделаю там, значит, сетку. Переделаю всю вот эту штукатень. И все будет работать хорошо. Так, значит, файл зонт. Значит, кости я удаляю, delete. Так, палка вот эта, так, вот этот шток я отделю сейчас. Edit Mode. О, она отделенная. А ну-ка. Может, она вот это конючит?
L. Так, делаем P selected object mode. Так, вот этим так, вот эти вот у нас палки есть, да? Значит, вот эту штуку мы delete. А вот это мы, значит, lift. Delete. А это кто такой тут? Так, вот это тоже поднимаем повыше. Камера delete. И значит, остается у нас вот эта штукенция и остается вот эта штукенция. Так, теперь сохраняем файл им экспорт. Пусть будет. Да, пусть будет опш. Так, открыть ZBrush import. Находим, где у нас находится этот файл. Все нормально. Давайте вытягиваем. И смотрите, что мы сейчас сделаем. Мы должны отделить вот эти все части. Вот эту часть Ctrl-W назначаем. И вот эту часть Ctrl-W назначаем. У нас получаются разные полигруппы. Так, это одна, это вторая. Все. Теперь мы это все делим. Разделяем spline tandadan. Теперь вот на эту штуку я поставлю, значит, деформация in flat. Вот такая у меня получилась конструкция. Так. Смотрим, что тут с сеткой. И сделаем всему этому делу, значит, что? А ну-ка, пробуем DynaMesh. 64 тысячи полигонов. Делаем Ctrl-W, одну полигруппу. И делаем ZRMesh. Поменьше, да? Получилось 1970, конструкция спаялась. В принципе, все, мы ее отправляем экспорт, значит, переименуем, пусть это деталь 1 будет. Так, теперь то же самое переделаем вот эту штуку. Эту нижнюю можно закрыть и смотрим. Ну, в принципе, у этой сетка нормальная, ну ладно. Мы сейчас всему этому делаем геометрию, делаем DynaMesh. Вот она, какая хрень. Видите? Получается вот так. Значит, теперь мы делаем деформацию. Делаем всему этому делу inflat. Надуваем чуть-чуть. Теперь делаем геометрию. Делаем. Так, DynaMesh это мало. Так, побольше DynaMesh. Так, все, ребра сохранились. А ну-ка. А, не, показалось. И делаем всему этому делу. Так, X-симметрия. Сделаем Legation ZRMesh. Угу. Вот здесь уже, а ну-ка, Ctrl-D. Вот здесь мне уже не нравится. Так, а ну-ка, что тут такое вообще с ней? Дисплей, дубликат. Так, ну вроде бы все нормально. Так, тогда мы ее просто сохраним, значит, надутую, да? Давайте экспорт. Просто вот как есть, так и сохраним. Значит, это будет 2. Ну, дай бог, чтобы все получилось.
Итак, удаляем, значит, наши вот эти вот деталюхи. Смотрим, это английская H. Все это дело объединяем Ctrl-J, шток. Теперь, что у нас получается? Alt-H. Возвращаем все дело. Файл импорт. Опс. Где у нас тут получается первая вот эта штука? Мы ее... так, я вот еще что думаю. Сейчас Edit Mode. Вот эти штуки. Давайте, а ну-ка, S уменьшим. И G уберем вниз куда-нибудь. Так. А ну-ка, как-нибудь вот так, да? Теперь зайдем в постмод, и вы видите, что у нас тут все уменьшилось, да? Не есть хорошо, потому что это уже все привязано. Это теперь нужно все отвязывать, да? А ну-ка, Ctrl-Z, 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 Ctrl-Z. Так. Угу. Если мы сейчас все это дело будем вниз вести, а ну-ка, это не тут, Ctrl-Z, PostMod, вот эту штуку мы будем вниз вести, она закрывается, вот она закрылась, да? И теперь посмотрим, ну это на вот эту всю штуку объединить. Вот эту штукенцию, да? Ctrl-Z. Ctrl-Z. А ну-ка, ладно, сейчас мы это все дело попробуем подгадать. В Object Mode заходим, выбираем нашу вот эту, значит, арматуру. Ctrl-P. И делаем White Automatic Widget. Все привязалось. Теперь выбираем только кости, заходим в Post Mode. Выбираем нашу косточку вот эту и ведем ее вниз. Все, ниже, в принципе, сейчас если тряпка будет, она должна будет тянуться. Так, вы видите, ну, вот эту часть, ладно, без разницы, внутри мы ее видеть не будем. Но вы видите, что, так, маловато она все это дело прижимает. Очень маловато прижимает. И получается, если кости будут, то нам придется, ну-ка, если в постмод, мы выберем еще вот эти все кости и сделаем им S. Они уменьшаются просто. Нам это никак не поможет. Нам нужно расстояние вот этих костей, значит, уменьшить. Вот здесь вот, да? Это только шипкеями. Вот. Так, это только на шипкеях. Мы сможем здесь середину сжать. И тогда низ мы можем еще где-то подтянуть. Это только будут шипкеи. Все. Тогда, значит, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. В принципе, система работает. Если сейчас мы выберем root кость G, будем управлять, вы видите, что зонт будет за персонажем ходить. Так, теперь мы заходим в Object Mode. Значит, выбираем вот этот шток. Выбираем нашу root кость. Заходим в Post Mode. Так, Ctrl-P. Это будет, значит, Bone. Теперь заходим в Object Mode. Выбираем наши только кости. Тестим наш, значит, вот этот зонт. Это значит... без видимости костей, G. Видите, что мы его переносим, все работает. Так, ветер, мы можем, сможем создавать, значит, ветер. С ветром проблема, значит, не будет. Но теперь какая штука. Мы теперь, если зайдем в Object Mode и выберем, допустим, файл импорт, значит, опс, выберем то, что мы тут уже намутили.
Вот он, и значит мы его опустим до самого низа. Кости мы пока, значит, аж скроем. В принципе, все попало. Можно единственное S, вот эту штуку S увеличить, привязать ее Set Origin 3D курсору, допустим. Так, еще немножко мы ее опустим. Смотрим на зонт, какие у него тут полигоны. Это мы сейчас еще сможем уменьшить. Так, дальше. Что у нас получается? Alt-H. Возвращаем всю эту штукенцию. И вот эту штуку вяжем, допустим, костям тоже. Ctrl-P. White Automatic Widget. Так. Тогда получается, здесь делаем Shader Smooth. Так. Эта штука вся привязана. Нам нужно только кости. Мы заходим в Post Mode. Теперь мы вот эту штуку опускаем. Делаем, значит, S. Вот так. Смотрим, в каком виде у нас зонт. И понимаем, что зонт у нас... Так, немножко. Это когда? Ну, вот где-то так он пусть закрывается. В принципе, внешний вид... Вы видите, что у него вот эти части, значит, S сгладились. Это не есть хорошо. Что, так, давайте еще раз потестим, какой косяк у нас вылазит. А ну-ка. Опускаем нашу эту кость. Так, и видим, что у нас вот эти части вот набухают, да? А нижние части, значит, у нас как бы game over, да? А ну-ка, если мы сейчас Ctrl-Z все это дело отключим и поставим вот эту штуку, попробуем на 3 кости. Не знаю, на какую кость он еще будет действовать. Но уже хрень получается. Так, значит, Ctrl-Z, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Так, ладно. Получается, он уходит. Сейчас соображу, подождите. Он уходит, опускается. Эти кости, значит, тоже опускаются, но тянет у нас уже другую кость, да? Так, немножко подвис пошел. Так, 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 а ну-ка. Вот, видите, что палки остаются на месте, ограничения у них есть. Тянет только верхнюю часть она. Так, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Ну не может же быть такого, да? А что если мы сделаем по-другому? Мы зайдем... в Edit Mode, удалим вот эти вот кости. Ну, в принципе, система рабочая, вы заметили, да? Единственное, что разобрать теперь, значит, в каком плане вот это все мешает. Натяжение идет с верхних рядов. Получается, если мы сейчас вот эти, значит, первые вот эти кости, первые, так, тройка на нампаде, сделаем S,
Теперь мы сделаем G. Ну, хотя бы, чтобы он вот так вот сворачивался. Значит, получается Ctrl-Z. Вот эти кости мы теперь delete удалим. А вот эти кости тройка на numpad, единица на numpad, делаем S, увеличиваем и делаем G. Вот так, да? Так, можно еще сделать, значит, S, вот только еще меньше вот это дело подсадить. Так, а теперь вот эти кости выбрать и поднять их чуть-чуть повыше. Тогда еще центральную кость вот эту поднимем чуть-чуть повыше. Тройка на numpad. А вот на эти кости... Так, зайдем в Object Mode, вот это все Alt-P, Clear Parent, и вот это тоже Alt-P, Clear Parent, отвяжем. Тогда вот эти кости мы все, так, это все мы тогда приподнимем, выберем только кости, зайдем в Post Mode, и на каждую косточку поставим влияние на одну кость. Так, если мы поставим на одну кость, то тогда тройка на numpad, и смотрите, будем опускать вот эту штуку. Так, и она, в принципе, должна опускаться до конца. Тогда, если мы будем делать S, то у нас концы будут сходиться. А ну-ка, Ctrl-Z, Ctrl-Z. Единица на numpad, пробуем на одну кость тогда. Так, вот это все дело выбираем со штоком. Так, приподнимаем. Вяжем вот эту штуку, вот эту, к этим костям. Ctrl-P, White Automatic Widget. Опа, шлепа. Форма вообще в хлам. Это получается постмод. Косточка тогда опускает их. А ну-ка делаем S. Ну, на одну кость, в принципе, что? Ну, тоже неплохо. Только если теперь мы будем эту косточку еще уменьшать, то зонт у нас уберется. Вот, все, зонт сложился, допустим. Здесь можно его доработать. А ну-ка, тройка на numpad. Зайдем тогда... в Object Mode, выберем наш вот этот mesh, объединим его с нашими палками. Так, он, по-моему, теперь цельный стал, да? А, нет, Ctrl-J. Так, теперь H. Закроем нашу вот эту штуку. Так, 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 так. И зайдем. Найдем Shift K плюс добавим, плюс вот эта штука. Зайдем в Sculpt Mode.
выберем тянучку, сделаем F, выберем симметрию, так, единица на нампаде. Так, тройка на нампаде. Допустим, вот я его где-то сжал, да? Так. Вот, такая штука получилась. Заходим теперь в Object Mode. Допустим, у нас вот это все убираем в ноля. Так. Alt-H. Возвращаем кости. Открываем кости. Заходим в Post Mode. Английская A. Alt. G, Alt, R, Alt, S. Вот единственное, что вот этот вот внешний вид, вот он, вот здесь он весь развалился. Так, да? Надулся он. Он надувает ее. Так, тройка на нампаде, ладно. И теперь прописываем, значит, кости. А, и лок рут, и потом на 40-м кадре опускаем наши вот эти, значит, палки, делаем им S. О, что-то поменялось, да? А, и лок рут скейл. Так, и тут тогда. Почему она такая стала? А, сейчас, Ctrl-Z, Ctrl-Z, все, нормально, назад отводим. Так, тройка на нампаде. Закрываем наш вот этот капюшон. Делаем S. А, и Lock Rod Scale. Теперь, значит, на 40-м. Так, пардоньте. Что-то я затупил. Так, правильно. Вот это первый, допустим, кадр. На 40-м мы ее закрываем. А, правильно. Прописываем на первом кадре тогда А и Lock Rod Scale. И на 40-м кадре тогда вот эту пимпу опускаем. Вот так. Делаем S. А, и Lock Rod Scale, и прописываем тогда в Object Mode наши вот эти шипки. Так, на первом кадре прописываем шипки, и на 40-м кадре добавляем его в единицу, прописываем шипки. И получается у нас тогда, если мы отключим, что у нас получается? Оп! Да неплохо сворачивается, я вам скажу, зонт. Чуть-чуть форму ему тут придать. Чуть-чуть его подкорректировать. И пробуем тогда. А ну-ка, файл open zont don't save. Попробуем с этими костями теперь все это дело сделать, да? Так, выбираем наши вот эти кости, выбираем наши палки Ctrl-P. Так. Ctrl-J. Теперь выбираем кости. Ctrl-P. White Automatic Widget. Опять матюкается, потому что это не те гайки. Да? Теперь файл Import Ops. Теперь файл Import Ops. Так, вот эту штуку тоже опускаем. Можно сделать ее немножко S.
чуть-чуть, значит, еще припустить. Объединяем наши палки с этой штукенкой Ctrl-J. Тройка на numpad. И тогда получается вяжем Ctrl-P. White Automatic Widget. Все. Зонт у нас вот в хорошем состоянии, когда открытый, да? В принципе, здесь все хорошо. Теперь мы выбираем, значит, кости. Смотрим, что у нас получается. Так, палку я эту Ctrl-Z не привязал. Делаем Object Mode, выбираем нашу эту, значит, а ну-ка, это H. Объединяем Ctrl-J, Alt, H, возвращаем назад. Выбираем нашу палку, выбираем нашу, значит, кость, Post Mode. Делаем Ctrl-P, Bone. Заходим в Object Mode, выбираем наши кости, выбираем, значит, Post Mode. И что мы имеем? G. А ну-ка. Так, все переносится, но сейчас мы еще с тем поработаем. Давайте зайдем в Object Mode, выберем все-таки нашу вот эту штукенцию. Зайдем в модификаторы, найдем Decimate. Так, включим видимость сетки. Так, смотрим, чтобы внешний вид, ну, сильно не поломался, да? А ну-ка. Ну, в принципе, нормально. Shader Smooth. Конечно, зонт можно и переделать. Теперь тут что-то этакое, да? А ну-ка, если я еще уменьшу, ну просто тряпка будет. Значит, чуть-чуть больше прибавляем. Apply. Смотрим, 4000 полигонов. Ну это, в принципе, ну ни о чем, да? Кости есть. Заходим теперь по Smooth. А ну-ка, G. Все, вот он уже полегче все это дело переносится. Так, можно сначала все это дело понизить, да? Так, а ну-ка, если мы теперь в Object Mode выберем. Так, это Solidify. И Solidify, значит, понизим. В ноль уберем, допустим, да? Apply. Значит, зонт можно еще, в принципе, переделать. Не суть вопроса, да? Где-то тут 7000 полигонов, 10 рисов тысяч, да? Но он что-то где-то тут подтупляет. Ну, не, может, у меня ноут как? Ну, в принципе, только запись у меня работает. Может, поэтому еще подтупляет. Так. Пробуем теперь его сделать, да, вот с этими костями. Прописываем A, I, Lock Rod. A, I, Lock Rod Scale. Мы же будем уменьшать его. Теперь работать с уменьшением. Так, вот я его вот здесь вот делаю, допустим, да. Уменьшаю. Вот так вот. Смотрим, что получилось. Ну, получилось, да, конечно. Надо децимейтнуть, дайнамеш сделать вот этой. Видите, это вторые полигоны нижние вылазят. Это я еще переделаю. Так, можем зайти в Object Mode. Или добавить, значит, вот этой... Так, а я прописал вообще так. Это значит... Post Mode. И значит... Но анимация с открытым зонтом будет нормально. Но за открытый зонт, в принципе, кости не нужны. Тут вся фишка, чтобы, значит, этот персонаж открыл зонт, и все. А потом уже можно снимать ролики, где он идет с зонтом, чисто просто без костей. Тут
Если он не будет зонт открывать, допустим, не показывать это дело, ну тогда можно обойтись и без этой штуки. Ну давайте посмотрим, допустим, раз он закрывает, получается, вон, видите, вот эта вот штука, она натягивает нижний полигон. И это может, тут вся фишка в чем, что может вот эти вот кости привязались, значит, к нашей вот этой, как его, к зонту, да? Попробуем, давайте сейчас еще как выйдет мод. Выберем вот эти все кости. Так, вот сразу их надо было так, наверное, делать. А ну-ка еще S мы их отведем. Видите, мы их уводим, они расходятся вдаль, но они становятся больше. И получается, теперь будет натяг на них. А ну-ка, если сейчас мы зайдем в Object Mode и перевяжем все это дело на эти кости, Ctrl-P, допустим, White Automatic Widget, теперь зайдем в Edit Mode, в Pose Mode, выберем наши вот эти, значит, кости, S, и попробуем на клавишу S их просто свернуть. Это подтупляет. Если мы их начнем, значит, уводить вниз. О, видите, да? Все, это привязались, когда вот эти верхние тянули, это тянули вот эти кости. Так что теперь, если мы сделаем S, уменьшим здесь все вот таким вот образом. Так, вот она еще надувается, потому что она, ну, неправильно сделана, вот эта вся оболочка. Значит, E, Lock Root Scale. Да, вот внизу теперь будут вот эти косточки. Так, заходим теперь в Object Mode. Выбираем вот эту штуку, добавляем Shift Key, ставим их до предела, заходим в Sculpt Mode, выбираем тянучку, ставим X симметрия, единица на NumPad, ставим F большую вот эту кисточку. Так, еще вот что я хотел, надо же вот эти кости аж отключить, выбрать только зонт, зайти в Sculpt Mode. О, ножку даже тянет, хотя она не при делах должна быть. Так, делаем F поменьше кисточку. Можно будет тут помудиться, конечно. Shift-ом немножко тут. Ох, многовато. Ну да, нужно вот с этой штукой поработать. Вот с этой штукой тоже. Да, вот она, вот эта штукенция. Ее нужно переделывать. Зонт сам переделать. Вот. Зайдем и, значит, ну, приблизительно, да? На первом кадре мы это все надуем. На 40-м кадре мы это все сдуем. И получается, при анимации вот у нас получается, открывается у нас вот этот зонт. Ну а там можно, значит, использовать
Ну, а что, неплохой, в принципе, вид. Вот, если так смотреть, а ну-ка, что тут у нас? Ну, снизу, если не показывать вот эту вот часть, то, значит, все нормально. И получается, у нас персонаж может, значит, стоять и открывать вот этот зонт. А, вот это, не, ножка отдельно, но почему она тоже участвовала, значит, в искажении, не участвовала. Ну, такая вот штука. Вот эту штуку нужно переделать, сетку, и посмотреть, как это все дело будет работать. Если сейчас мы добавим, значит, этой штуке, значит, какой-нибудь цвет, ну, допустим, пусть будет синий. Так, а эта штука пусть будет какая-нибудь этакая, да? Так, сейчас я ее всю отключу, новый материал добавлю какой-нибудь, пусть будет красная. И тогда при анимации, в принципе, неплохой имеет внешний вид. Ну как, да, если вот эти гадости все поубирать и переделать сетку, не делать ее надутую, то, в принципе, все хорошо. А там на одну кость делать или на две, ну, решать уже вам. Но я думаю, на две она как-то симпатюшнее, да? Вот, открывается все, персонаж будет с нормальным зонтом ходить. Вот мы берем, какую штуку делаем, смотрите. Alt-H, допустим, мы вот это только, повторюсь, вот эта анимация только на открытие зонта. Допустим, стоит персонаж, идет дождь, и он такой выходит с подъезда, оп, открывает зонт, а дальше он уже с костями не нужен. Он просто может идти с зонтом, и где он там, допустим, подходит к какому-то зданию, он его скидывает, уводит как бы в бок и сворачивает его, берет в руку, и все, на этом Гамми помер. Получается две короткие сцены с открыванием и закрыванием зонта. И, значит, основные сцены, где если он с зонтом постоянно, ну, там уже кости не нужны. Вот такая штука. Можно еще попробовать просто настроить на Scale. Там будет попроще, но это на одну кость надо, вот как я показал, на одну кость делать. Ну, там вот на одну кость, вы видели, он привязывается, и почему-то форма его потерялась. Возможно, нужно было отсоединить и заново закинуть вот этот зонт и потом привязать. Ну, это вот можете поэкспериментировать. Я еще поэкспериментирую и итог покажу вам уже, значит, на тесте. Все, всем пока, до свидания.